Здравствуйте! Вы на канале 7 дач. С вами Татьяна. И сегодня я вам покажу и расскажу о посадке хосты, о посадке и уходе. А хоста к нам пришла из Сибири и Дальнего Востока. Растение достаточно неприхотливое. Выносит как морозы, холода, так и засуху и солнцепек. Растет спокойно и на солнечном месте, и в тени. Корневая у хосты поверхностная, не глубокая, достаточно мощная. Размножается хоста как семенами, так и делением корневища. Самый простой способ — это делением корня, корневой вот этой системы. Ее можно порезать весь куст весной как тортик, разрезать на куски и пересадить в нужные для нас места. Вот, переноску и деление куста хоста прекрасно переносит, можно сажать в любое место. Вот, допустим, в данном случае я отрезала черенок, один черешок от куста ножом, простым ножом, и все, столовым. Вот, можно также применить лопату, если, допустим, ну, в данном случае я вам покажу, как это делается. Вот, допустим, у нас черешки все. Мы просто вырезаем. Даже если у нас вот уже вот такая листва, ничего страшного не будет. Мы вырезаем нам нужный черешок. Все. И вот это мы сейчас высадим в отдельное место. Выкопанную часть мы присыпаем землей. Все. Куст стоит у нас спокойно. Никаких повреждений явных мы ему не нанесли. Он достаточно, вы посмотрите, вот, допустим, корневая достаточно сильная. Похоже чем-то на корневую ириса. Вот. И сейчас мы высаживаем наше растение, вот, допустим, вот этот вид хосты и вот этот вот с черенками, с черешками вот этими. Мы сейчас высадим спокойно, и она у нас будет расти и процветать. Итак, перейдем непосредственно к посадке. В лунку мы добавим горсть перегноя и по щепотке нитромафоски. Проливаем лунку. И высаживаем наше растение. Уплотняем под кустиком землю. Вот. Также здесь. При корневую шейку глубоко не заглубляем в ямку, не закапываем. Все. Итак, посадка нашей хосты подошла к концу. Высадили мы ее на солнечное место. Первое время мы ее проливаем для укоренения. Вот. И все. После чего хоста уже будет расти самостоятельно. На этом все. Подписывайтесь на канал 7 дач, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всего хорошего. До свидания.